Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои друзья! С вами ваша Елена. Рад вас приветствовать на моем канале. Устали от изнурительных диет, от бесконечных физических нагрузок и никак не можете убрать лишний жир? Эта проблема знакома многим нашим женщинам и мужчинам. Но сегодня у меня для вас один прекрасный рецепт, который поможет вам ускорить метаболизм, который поможет вам снизить аппетит, который поможет вам убрать лишние килограммы за короткий срок. Выпивая такой напиток, один стакан в день за 30 минут до еды, вы ускорите метаболизм, и ваше похудение будет проходить более комфортно. Желаю вам приятного просмотра, хорошего настроения и легкого снижения веса. Берем одно яблоко, очищаем. Очищенное яблоко разрезаем на 4 части и удаляем сердцевину. Очищенное яблоко отправляем в чашу блендера. Добавляем чеснок, закрываем крышкой и перемешиваем при помощи блендера. Добавляем полстакана воды и одну чайную ложку сушеного имбиря. И еще раз перемешиваем. Добавляем оставшуюся воду. Перемешиваем. Наш похудательный коктейль готов к употреблению. Выпивайте такой напиток один раз в день за 30 минут до еды. И уже в ближайшее время вы увидите результат. Живот начнет спадать, бока уменьшатся в объемах. Но у этого напитка имеется противопоказание. Если у вас больной желудок, то, к сожалению, вам такой напиток противопоказан. Ищите для себя что-нибудь более щадящее. Желаю вам красоты и здоровья! Дорогие друзья, если вам понравился рецепт, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я на сегодня с вами прощаюсь, желаю вам хорошего дня, отличного настроения и всего вам самого доброго. После видео жду ваших отзывов, комментарий и пожеланий. Пишите мне о ваших результатах. Всех обнимаю, целую, с вами ваша Елена. Пока-пока, увидимся, удачи вам!